Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. В любую погоду, днем и ночью, десятки тысяч автомашин спешат по бесконечным трассам Белоруссии. И с каждым годом поток автотранспорта становится все больше и больше, скорость выше, а это заставляет строить удобные и, самое главное, безопасные дороги. Нелегко рождается каждая новая магистраль. Край низин, просторов дальних шир, лагчины и багна. Життё нацелило сюды стрелы дорог. Асфальтуется дорога Минск-Орша, частка московской магистрали. Урочисто открывают автостраду. Почала своё життё дорога, ей многое доведется побачить. У той час у республіцы было 636 грузовых автомобилей и 187 легковых. Сегодня этой личбы выкликают усмешку. Тады ими гонорились. Республика жила у одином ритме з усёй краины. На допомогу людям пришли могутные машины. На месте будущей магистрали началась механичная заливка бетона. Широкими и просторными будут площади и улицы Нового Минска. Полная механизация позволяет значительно ускорить земляные работы, укладку асфальтового покрытия и устройство самой совершенной и долговечной цементно-бетонной полосы. Изыскатели, инженеры-проектировщики вместе с архитекторами, художниками, скульпторами стремятся сделать наши дороги прочными, удобными и красивыми.